Внимание, время. Сколько ты получил внимания от меня? Сколько потратил своего времени на это внимание? Где ты покупаешь мое внимание? Платишь ли за него реальной валютой своего времени? Или норовишь попользоваться даром, ничего не заплатив? Устраиваешь пляски с бубнами, чтобы привлечь внимание времени? Пользуешься ли удочкой своего внимания как инструментом? И купил ли ты лицензию на отлов? Запускаешь ли удочку в положенное регламентирующими документами время, сроки? Состоишь ли в обществе охотников и любителей рыболовов? Или выходишь в океаны и моря времени как профессионал на шхуне, а потом продаешь его за звонкие монеты внимания? Мне кажется, что ты все-таки шулер. Я заплатила тебе очень много внимания, большую часть дистанционно переведя на карточку, но не получила никакого времени взамен. Будь осторожен, ведь в море встречаются акулы и пираты, которые могут лишить тебя накопленного хитростью чужого времени, да и твоим не побрезгуют. Они же пираты, они же акулы, они же дети. Внимание! Время!